Если вы готовы к интервью, тогда скажите, почему не были готовы к игре, особенно ко второму тайму? Почему так сильно подсели, считаю, и много пропустили? Всем привет. Считаю, что мы отлично провели второй тайм, могли бы пропустить 1000 раз больше. Хочу сказать команде противника, молодцы. Ну, сегодня вы меня не впечатлили, честно говоря. Ну, я даже не старался объективно, ребят. Могли бы больше, честно. Там я уже, просто увидел, что это было. Вот автор единственного мяча. Сколько тебе лет? 15 лет. Молодец, парниша. Забил красивый гол. Хорошая игра, хорошее судейство, классное поле. Блин, было бы в центре, еще было бы лучше. Прямо вот в центре города. Ну, ничего страшного. Ну, это уж слишком, да. Вратарь соперников хорошо играл. Да, хороший вратарь. Но много и вы сами не забили, получается, что в первом тайме могли больше забивать, правильно? Мы в каждой игре можем забивать, но не выходит. Мы ничего страшного, играть. Сначала вот в защите научимся играть, потом, может, и в атаке начнем играть. Согласен. Ну и вообще в футбол надо научиться играть. Классная игра. Полезная. Да, спорт. Ну, с победой поздравить не могу, но с хорошей игрой поздравляю. Я думаю, голов будет в ваши ворота все меньше и меньше. Мы тоже на это надеемся с каждой игрой. Спасибо. Ну, спасибо удачи соперникам. Классно играли. Чистая игра. Хорошая. Молодцы, ребят. Спасибо, ребят. Удачи вам. Спасибо. Давайте. Молодцы.